Сегодня в арене Химки прошла встреча активистов молодежной территориальной избирательной комиссии с представителями областного избиркома. В начале встречи ребята, а их организация объединяет все города Подмосковья, получили благодарность за работу на избирательных участках региона и мониторинг записей о выборах в социальных сетях. Самое лучшее, что мы сделали, это единый день голосования, в этом году 13 сентября. 400, нас пока 400 человек в молодежной комиссии Московской области все. И вот мы и вот этим количеством, единый день голосования, наконец-то, благодаря вам, ребят, именно вот молодым, активным молодежи, вашим репортажам, вашим фотографиям с избирательных участков о том, что у нас происходит на самом деле, и появилась та положительная тенденция о том, что в Московской области все-таки выборы проводятся по закону. Заместитель руководителя администрации Химок Игорь Панчук поблагодарил молодых людей за активную помощь не только на выборах, но и в социальной жизни своих городов. Для многих активистов это станет началом большой политической карьеры. В конце встречи молодежные избиркомы рассказали о реализованных проектах за этот год и наметили планы работы на следующий.